вылечился. Заземлился. Алло, Толя, Толя, я его бомбочку сейчас... Ты скажешь чемпионат, что ли, по дегенератизму, а? Догнать, обогнать и упустить, что ли? Ну, оно просто так, оно... Смешнее? Да. Когда бы... А ну, иди сюда, иди сюда. А ну, договни. Ага, договни, договни, ага. Сыт на меня, ну точно. Обоссал. Лена? Нет. Ну, слушай, там такой, где тут туалет? А ключ у тебя есть от него? Нет. Игорь, из унитаза не пить. Ну, так как пойдет. Никого не с места! Одно лишнее телодвижение, и у меня в башке дупло. Вы кто? Я твой самый страшный комшар. Я вот таким себе его и представлял. Пора. Подожди. Жду. Не торопись, у меня сейчас Вестри одна на подходе. Вот, да? Уже. Вот по ней будем работать. Я сейчас тебя догоню и догоню тебя. Мои фало... фало... фалоимитаторы. Какие имитаторы? Фало. Уйди. Мои фаловеры, деревня, то бишь подписчики мои. Ты капец, это нам пиздец. Хорош меня уже пинать. Так, уважаемые фалоеды Гнездилова. Фаловеры. А, извините, пожалуйста. Фаловеры. Веры Гнездилова. На базаре носа. Вот так вот. А помадой? Кто курвил? А, с помадой? С помадой. А потом пошла на повышение и увлеклась проституцией. Вот лучше бы кто-то тоже проституцию увлекся, нежели блогерством. А я увлекаюсь. Родной, это называется медовая ловушка, понял? Да как же, ну ничего же не было. Завали табло. Вот так вот, Лешенька, все. Учись, пока я жир. Я могу сдержаться, в конце концов. У меня, знаешь, какая сила боли? Оли, следит за тобой. Подписывай. Подписнул. Это старые документы. Они выдержанные с плесенью. С плесенью? То есть не прикрыто жрать идешь документы? Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, зашел сюда. Зашел. А невеста твоя где? Она меня на... нахлобучила? Да, обманула. Сперла доверенность на квартиру и сбежала. Мне-то нечего волноваться. Тебе нужно волноваться. У тебя ее нет. Я же доверенность там на твою написал. Вот смотрю на свеженький, вкусненький журнал Playboy. А ничего не хочется? Или хочется? Не надо. Шерлока Холмс и доктор Уинстон. Я книжку, конечно, не читал, но кино видел. А ну давай сюда свою жопу. Что такое? О, неплохо. Ну, меня... Заткни, Вася, то я тебе заложу, падла. Все, я тебя раскусил. Это ты, падла, все, виноватая. Ты... Скотина, все! Раскрывай! Что? Что это такое? Констракт бобровой струя. Какой кошмар! Естественно. А если так? Вот так работает. Ага. Это надо будет кабелину подбрить. Не, ну ты видел? Ты видел? Ну видел. У меня такая же, чего ты расстраиваешься? Эффектно. А вдруг он увидел призрака или духа? И все, и со страху себя замолчил. А пистолет твой где? Терминатор. Пистолет? А вон мой пистолет, понял? Благодырочка, Лимонидов. Таблеток для сосна
У меня от этих собак такая бессонница, я спать не могу. Кошмары мне снятся. Так это животное, падла, значит, дождалось, пока я, значит, засунул. И во сне взяло меня и нацарапало, тварь. Не подходите, у меня бешенство, покусаю! Он притворяется. Шибко умный. Сыт. Сыт на меня, ну точно. Обоссал. Стоять! Вы же драчи! Вы же клятву Гиппократу давали! Да! Новые! Пришлось подменять! Из-за скота вашего животного. Ну ничего, скотина. Я на него в суд подам. За домогательство и за политическое обследование. Сильнее, сильнее, давай. Сильнее, сильнее, сильнее. Молодец. Вперед. Я думал, тебе ручка нужна. Вот так. И я без дядя. Себе уколчик сделай, собака бешеная. Не дамся. Тру-ля-ля. Леша, ну не ссорьтесь вы, я же расстраиваюсь. Подписывайтесь на страничку Каптана Гнездилова. Шок, сенсации, убийства, трупы, нож в соске и другие веселые картинки. Все б тебе, Лешенька, веселиться только. Это... Кто ж с тобой такое сделал-то, а? Какого ты черта взял мне такую съемку и испортил? Красота отвянет. Да и моя со временем поблеет. И всех нас настигнет старость. Ой, мой. Видел, как я его? Руки. Макса, привет! Лакхан! Родной! Дарю, Лешик! Привет! А где наш Жмурик? Вот и Жмурик! Привет, Жмурик! Вижу смертельные объятия! Граждане, люди, у вас нету утюжка согреться или хотя бы паяльничка маленького, или выжигатель. Пойдем, у меня прикуриватель в машине есть, пойдем. Да. Сейчас, мои дорогие телезрители, будет не казан, а бомба. Ого. Ты деревня, Максима. Балет — это когда бабы толстые поют дурными голосами. Ну да что с тобой разговариваешь? Бабка, бабка, яйко, млеко. Ай, свай, дрей. Там тебе афидерзейн. Ты пасть свою закрой. Ты теперь мне не конкурент. Хоть жопу лошадиную на голову надень, понял? О, черт! Сам ты черт! Сам ты не подлечился у него. Я просто как подумал, вот что за жестокость в мире. Взять и живого человека, вот так взять, убить на смерть. А зачем в стенку муровать балку с оленями? Потому что это, Игорь, уже соседская кладовка. Он набирает кривожопых. Дай сюда мне мой искатель. Клацает он. Сюда, да. Я тебе покажу, как это делается. Это не женщина! Это трансгендер! Куда? Куда? Я сегодня не могу. У меня важная встреча, между прочим, деловая. Ну так давай я тебе в бубен дам. Встреча отменится. Ну ладно, все, едем. Только на один час я будильник ставлю на счетчик. И? Да. Так и козьи. Ну, видишь, я же сказал. От встречи я рога подшибаю. А.
Ты гинеколог, что ли? Ну, так и смотри в другую сторону, извращенец. Привет, Ленка. Слушай, дай тачку на вечер, очень надо. Нет. Смотрю на тебя, строптивая ты, Ленка, ох, строптивая. Люблю таких. Ленка, ну ты ж понимаешь, я за мужиков. Капец! Опа! Вылечился! Заземлился!